матча выиграть этот поединок, причем с определенной разницей в счете. По силам ли им это? Очень надеюсь, что да. Действительно, задача очень тяжелая. Ну, давай пожелаем им просто удачи, посмотрим, что из этого получится. 1/8 финала Кубка чемпионов, осталось 16 команд и идет борьба за выход в четвертьфинал. Да, тут уже не до сантиментов. Пошла игра на вылет. Это может быть опасно. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Марко Верати. Ушел мяч за боковую, Манчестер Юнайтед вбрасывает. Душ Сантуш Авейн. Аут еще раз. Дэви Класс. Снова придется вводить мяч за боковой. Мемфис Депай. Морган Шнайдерлин. Манчестер идет вперед. Где же удар? Да, срезает мяч в свои ворота игрок. Понятно, что ошибка курьезная, понятно, что случайная, но ведь это и говорит о потере концентрации. Да, крайне неприятный момент, спору нет, но нельзя раскисать, надо идти вперед и исправлять свою же ошибку. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Нужно бить по воротам! Душ Санту Шавейру! Ого, тут же забивают и второй. Два мяча подряд, практически без паузы забивает команда. Я бы сказал, что это не сигнал, а такой сигналище. Серьезный удар для соперника, конечно, и сейчас им главное не попасть. 2-0, отыграться теперь будет труднее. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Шнайдерлен. Харри Кейн. Атака остановлена, но кто получит мяч? Мяч брошен, не хотят терять ни секунды. Тут может что-то получиться. Обумиян. Великолепный проникающий пас. И это угловой шанс для Манчестер Юнайтед. Они остались с мячом, так что можно. Свисток штрафной. И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Верати. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. И здорово читают эту подачу защитник. Защитник разрядил обстановку, будет аут. Люк Шоу. И в разрез. Шикарно. Верати. Посмотрим за этой атакой. Опасная передача.
хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Душ-Сантуш Авейру. Хороший обостряющий пас. Удар Кейна! Вы знаете, есть такая опция — тренировка удара. Игрок бросил мяч, не стал ждать ни секунды. Это может быть опасно. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Абамиян. Тренер Манчестер Юнайтед проводит замену. Команда готова начать второй тайм и продолжить бороться за место в четвертьфинале Кубка Чемпионов. В первом тайме команды в основном сосредоточились на обороне, но, думаю, во втором тайме сыграют более агрессивно. Продолжает игрок владеть мячом. Душ-Сантуш Авейру. Манчестер Юнайтед атакует. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Досильва. И это шанс забить. Мяч в воротах. И это гол. Первый гол его только раззадорил. Вот, получите дубль. Команда сегодня забивает много. Уже 3-0 счет. И матч еще не закончен. Потерял он мяч. Но кому он достанется? Манчестер идет вперед. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Душ-Сантуш Авейру. Команда готовится подать угловой. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Ну и за боковой мяч теперь будет введен в игру. Поль Погба. Нужно бить по воротам. Хороший момент, но удар не достиг цели. Манчестер Юнайтед будет сбрасывать из-за боковой. Душ-Сантуш Авейру. Есть варианты, куда сделать пас. Будет угловой удар. Здесь защита справляется, мяч отобран. Дэвид Классен. Это может быть опасная атака. Момент! 20 минут осталось играть. Душ-Сантуш Авейру. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Это может быть опасно. Поль Погба. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Абамия. Ну что, посмотрим, какой силы удар у этого вратаря. 81-я минута.
Чисто отобран мяч. Может получиться интересная атака. Хороший момент. Какой сейф, а? Ну вот, может быть, теперь он начнет тащить. До этого эпизода все было как-то очень грустно. Ну, знаешь, давай пока не будем торопиться с оценками. Смотрим дальше. Отличный пас в разрез. Душ-Сантуш Авейн. Великолепный пас. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. Да, Сильва. Но